Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной интересный видос. Я вам покажу сегодня серию комбо, которая самая топовая, как по мне, в игре, и которая еще быстрее улучшает скорость вашей прокачки. То есть вы намного быстрее сможете на эмуляторе прокачиваться. То есть не 5, не там, не 6, не 7 минут, в основном 4 минуты идет вся катка. Вот все зависит от серии очков. Я постараюсь сейчас вам ее показать. В общем, что у нас есть? Я раньше использовал там дрон-убийца, БПЛА, ракета-хищник. А после 54-го я открыл СВВП, вертолет-невидимка у нас есть и турель. Это три самых топовых комбо. Почему, я сейчас вам расскажу. Поехали в бой. Единственное, надо набрать 1600 очей. Это реально это реально сделать с самого начала. То есть... Самое начало, оно будет определением, то есть сможете ли вы это комбо использовать или нет, потому что потом в середине боя уже, честно говоря, это не то. Тут именно кайф с самого начала просто затащить весь бой. В общем, все, что вам надо, это набить 1600 очей, и дальше, в принципе, у вашего противника шансов никаких не будет. Ну, то есть фактически это там шанс 99%, потому что мало кто ставит... противовоздушные какие-то темы себе, то есть все в основном ставят на урон, то есть турели, там вертолеты, но вот эта вот связочка, она, блин, просто обалденная. Единственный минус я вам тоже покажу потом, уже буду делать обзор отдельный на серию очков в разную, то есть покажу вам действие и все, потому что многие с мобилки, к сожалению, не смогут набить все, что надо. То есть 1600 очей, я вам скажу, сделать не так-то просто. Особенно это легко на этой карте, на других картах, наверное, скорее всего, вы не увидите полностью всю серию в действии. Особенно в рейтинговых боях, там однозначно. Так, здравствуйте, мои красавчики. I love you. I love you very much. Так, что там у нас по очкам? Где вы там, друзья? Да не заступай мне. Блин, запарили. Вечно. Вечно. О май гад, о май гад, что там делается? Так, есть строчка, выставляем сюда турельку. Это... Так, тихо, не слейте меня. Это самое основное у нас будет сейчас. Ой, кто там, кто там, кто там ходит? Так, нам еще немножко. Еще немножко, еще чуть-чуть. Все, есть. 14 на 5. Делаем пятерочку. Сказал, делаем пятерочку. Присели и развлекаемся. Все куда-то убегают. Бро, куда ты? Да стойте, не бегайте. Вот таким вот образом вы киллов 20, наверное, сделаете. Как минимум. Сейчас пусть они появятся. Я просто их сразу стараюсь контрить. F вы можете менять направление полета, то есть все сделано для удобства. Так, итого у нас 39, сразу же запускаете четверочку, ставите вот патрулирование над ними, нажимаете на Ешечку. И поехали дальше развлекаться. Чуть-чуть сам себя не подбил. Опять выставляем. Все, нет припасов. Ну, тут уже как бы исход боя. Тихо. Что за хрень? Вот и все. То есть весь бой, как видите, занял у нас минуты 3.
Таким вот образом, по сути, вы без проблем. Можете закончить любую катку, то есть даже если там против вас тоже будут симуляторы, самое основное на 5600 ячеек. Конечно, это не так уж и просто, но если вы играете симуляторы, это запросто. Единственное, что в такой связке ядерный удар невозможно вызвать очень быстро, я вам это тоже покажу. Ядерку я тоже вызывал уже не один раз, тоже обалденная тема, особенно окончание боя. Так, итого что у нас 43 убийства. Давайте еще раз попробуем эту связочку. Если против вас там играют такие же, как и вы, симулятора, конечно, это будет посложнее набить, но в прокачке, именно прокачке левела, это реально связка самая топовая. То есть доходите до 38-го, у вас там появляется турель, по-моему, потом, если я не ошибаюсь, 44-й вертолет. И на 50-м, там, по-моему, или 48-м появляется уже у вас СВВП. Так, это не та сборочка. Ладно, эта разминочка идет. Это на ножах можно пофаниться. Единственное, что вот я сейчас покажу еще нюансы по перкам, которые у меня стоят, чтобы это все быстро было, потому что просто так вы тоже не набьете. Надо определенные прокачки ставить для быстроты. Так, идем опять в нашу дырочку. Что мы видим? Один уже побежал. Второй не успел. Один наверху. Ой, кто здесь? То есть старайтесь по максимуму не высовываться. Так, туралька есть. Ставим туральку. Для подстраховочки. Самое основное, чтобы к вам не подбежали. Так, три патрона у нас осталось. В принципе, на один нормальный килл мне не хватило. Так, тут, по-моему, один к нам забегал где-то. Ладно, мы идем ныкаться. Присаживаемся. Спокойно жмем пятерочку. Ай, блин, я не то нажал. Вот, кстати, вам... А, там уже есть. Видите, я не могу... К сожалению, не могу уже вызвать... Если вызван, вот, кстати, я вам покажу то, что нельзя делать сейчас. Если у вас... Тихо. Если у вас уже есть вертолетик, то вы, к сожалению, уже ничего сделать не можете. Сейчас попробуем еще раз. Видите, в области боевая воздушная единица. Приходится ждать, пока он не улетит. Вот, все, он улетел. И вы заканчиваете эту каточку. Просто налегке. Ребятушки, подарок. У меня кто-то подбить хотел, ничего себе. Вот. Убийство СВП, вот так вот. Ну, это нас... Вот так вот. Не успел я, короче, всю серию даже сделать, но, как видите, эта тема реально для добивочки обалденная.
А, так нам кто-то прибежал сюда. Видите, какой неждан. Или это, это наш прибежал туда. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Такая вот связочка, она реально обалденная по времени. То есть вы по времени, получается, экономите приличную часть времени в прокачке. Видите, я даже топ не взял. Заигрался. А может и топ взял. То есть очей вы много не набьете, но по киллам 21-27. Да, он взял немножко больше. По киллам, в принципе, в районе 40, но ну, вы видите, мы поздно ее активировали и нас сбили. 35-40 киллов максимум, 46. То есть вариаций такой сборки, ну, много разных я вам буду показывать, думаю, разные сборочки. Но это на сегодня для меня одна из топовых. Единственное, я же говорю, нельзя активировать ядерный взрыв. То есть это единственный, ну не то что нельзя, можно, но зачастую вы просто его не увидите. Вам надо набить 30 килов и не умереть. Вот, а обычно это все добивается. Для ядерного у меня совсем другая сборка, я ее тоже вам постараюсь показать. В общем, такие вот дела, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, обзорчиков. Всем удачи, всем пока.